ничего не будет, ни зимы, ни снега, потому что ничего не должно быть. Снега не будет, зимы не будет. Ничего, чипсы, это зло, зло, все зло. Не нужно, ничего не нужно. Фашизм не пройдет. Не будет снега, зимы тоже не будет. Снег это зло, это тоже зло, слышите меня? Снега не будет, зимы не будет. Это зло, это тоже зло, слышите меня? Подождите стаканчик, пожалуйста. Это все зло. Ничего не будет. Зимы не будет. Вы тут лечите или калечите? Скорая помощь еще называется. Я, между прочим, людей спасаю. Вы знаете, за ним нужно приглядеть и прочитать ему лекцию о вреде алкоголя. Я пригляжу, вы не переживайте, пожалуйста. Зло, слышите? Это все зло. Все? Ты куда? Стой! Ты куда? А за вами-то кто приглядит, милый? Не ваше дело! А, впрочем, еще встретимся. Подождите! Судьба. Я никогда не плачу на сеансах. Да, не плачьте. Мои клиенты на сеансах делятся тем, что их тревожит. Мы с вами это уже обсуждали. Меня ничего не тревожит, меня все элементарно раздражает. Этим я могу с вами делиться. О, да у нас прогресс. Вы спрашиваете разрешение, и что же вас раздражает? Кое-кто из персонала в силу своей низкой интеллектуальной сохранности не понимает, что значит держать дистанцию. А мой заместитель этому потворствует, лично занимаясь организацией каких-то нелепых подарков для детей сотрудников. Почему вас это раздражает? Это нормально поддерживать дух корпоративный. В коллективе это вполне профессионально. Корпоративный дух в коллективе поддержан зарплатами и медстраховками. А Стас, мой помощник, делает это не из профессионализма. Ему почему-то хочется, чтобы его подчиненные любили. Разве это не дико? Конечно. Кому нужна симпатия людей, с которыми работаешь часов по 10 в сутки? Но больше всего меня раздражает мой сын и моя же секретарша. Они подали заявление в ЗАГС. Также меня огорчают поставщики упаковок. Они взвинтили цены, хотя видимых причин для этого я не нахожу. Стоп! Ваш сын и секретарша. Представляете? Тайный роман, тайная свадьба. Раздражает глупость сына. И цинизм провинциальной девочки. Но любовь никто не отменял. А любовь – это по вашей части. Обычное психическое расстройство. Нельзя терять контроль из-за легкого недуга. Но с этим я разберусь быстро. Мам, подожди. Мам, подожди. Я как раз подготовил предложение о финансировании. Я надеялась, что мы избежим этого разговора, Николай. Да, мам, подожди, я все придумал. Что, если мы увеличим бюджет отдела рекламы? Мы совершим непростительную ошибку. А это что? А это сумма, которая повысит эффективность исследования рынка. Суммами? Я привыкла поощрять эффективную работу, а не топить их в бессистемной активности.
не заставляй меня в очередной раз думать, что ты сыроват для этой должности, сынок. Свободен. Работаем, работаем, работаем. Все ваши проблемы, Лидия, кроются в том, что вы пытаетесь все контролировать. Дам несколько установок на проработку. Ваш сын скрывает от вас самые значимые для его события просто потому, что он вас боится. Дайте ему больше свободы. Свободы в бедрах. Пообщайтесь с ним. И под словом «общайтесь» я имею в виду не допрос, а простое человеческое общение. Будьте дипломатичнее, мягче. Мягче. Чуть мягче. Плюш, вельвет? Я думаю, бархат. Что? Мягче. Доброе утро, Лидия Павловна. Вы сегодня просто светитесь. Свечусь? Интересно, Герда, эта общая постель с моим сыном дает вам право не работать и фамильярничать одновременно. Уж выберите что-то одно. И позовите Станислава Сергеевича, раз вы пока еще здесь работаете. Хорошо. Герда. Что за имя-то такое? Герда. Алло, Боря? Да, это я. Узнал. Есть интересное предложение. Согласишься встретиться? Да, конечно. Упырь. Да, Ларусик. Я даже не знаю, что сказать. Не, ну ты зачем Эдика-то бросила? Я его не бросила. Я, так сказать, вернула к производителю. Вообще он какой-то дефективный. С чего это он дефективный-то? И потом в нашем кругу не так много приличных женихов. Ой, давно ли ты в нашем кругу-то? С тех пор, как за приличного Царёва замуж вышла. Так не ты первая, не ты последняя. Привет, девчонки. Сейчас принесу. Сейчас принесут наш десерт, наш новый шеф-повар, что называется, умеет делать вещи. Давай, тащи свои вещи. Буду пробовать, объемся. А то женихов-то нет, не для кого беречь себя. Так, Ларусик, давай просто разберемся, да, по сути. Угу. Все очень просто. Вот ты у нас кто? Кто? Ты наследница, да? Ты там не какая-то примитивная бизнес-вумен, правильно? Но тебе как бы в 28 лет без жениха это уже неприлично, понимаешь? Мне как бы со своей внешностью и положением неприлично за всяких Эдиков замуж выходить. Да с твоим характером и ни внешность, ни положение могут уже не спасти. Что тогда делать-то будешь? Как что? Как обычно. Папу попрошу, он мне все купит. Вариант. Лид, ты насчет комбината в Ленске хорошо подумала? Это не просто комбинат. Это мощный завод с огромным потенциалом. Позволь спросить, почему он тогда разорился, такой потенциально мощный? Потому что его хозяин, видимо, попытался выйти на уровень, очевидно, выше его способностей. Нормальная конкуренция сделала свое дело. Мы его переоборудуем и через 3-4 года выйдем на большую прибыль. Не перестаю удивляться твоей самоуверенности. Да? Нет? Я хоть раз ошибалась в себе. Убери это. Ладно. А кто это будет финансировать? Там же миллионы надо вкладывать. Успокойся, Стасик. Есть один инвестор, и скоро мы с ним встречаемся. Ваш кофе, Лидия Павловна. У
Герда, научиться пользоваться кофемашиной не так сложно, как тебе кажется. Свободно. Извините. А что девочку ты тиранишь? Девочку? Девочка думает, что ее заявление в ЗАГС – дверь в сказку. Просто пытаюсь ей дать понять, что это будет страшная сказка. Это любовь. Это бизнес, Стасик. Бизнес! А мой сын – перспективный жених, ледяной наследник. И этим активом надо воспользоваться с умом. Снежная королева. Что ты понимаешь в любви? Гораздо больше, чем сама того хотела бы. Или ты уже забыл? А у меня с тех пор иммунитет. Зачем жить прошлым? Подумай о будущем. Пожалей сына. Рос без отца. Ты постоянно на работе. Понятно, что пацанам хочется нормальных человеческих отношений. Пошел вон. Герда, зайдите, пожалуйста, ко мне. Входите, входите. Герда, извините меня за сегодняшнее. Но с утра чудовищно болит голова. Я просто теряю самообладание. Я понимаю, Лиза Павловна, у моей мамы тоже бывает мигрень. Пожалуйста, сходите в аптеку и купите мне что-нибудь от головной боли. Еще раз простите меня. Простите меня, пожалуйста. Я понимаю, Лиза Павловна. Потерпите, потерпите, сейчас я сбегаю в аптеку. Купи. Потом будешь твоему дядину слушать. А твой бессмертный хит, пап, ну купи. Я слышу уже четверть века. Что на сей раз? Жениха. Ну а что? Вот, я и списочек подготовила. Пожалуйста. Хороший, красивый, стильный. Чтобы меня не бросил. Эдуарда всяких не предлагать. Вся в мать. Такая же умная и красивая? Циничная и бесстыжая. Тебе ж такие нравятся. Таких больше нет. А я? Мамочка, с Новым годом тебя. Вот, чтоб ты не мерзла. А не рано ли для этих формальностей? Просто мы с друзьями уезжаем кататься на лыжах в празднике. Даже не откроешь? Ну, до Нового года есть еще время. А ты, пока не уехал с друзьями, скажи, что у нас с последними продажами? Готов ли годовой отчет? Пишется. Через час будет на столе. А где мое кольцо? Мой талисман, мое любимое, купленное с первой крупной выручки. Подожди, твоя фартовая? Ну да. Где ты его в последний раз видела? У меня отекли пальцы. Я его сняла и положила на стол. Лучшее средство от головной боли. Сюда. Стасик, быстро ко мне. Сюда. И ты сюда. Не знаю, ну, может, полицию вызовем? Весьма неожиданно. Ну, полиция всегда появляется быстро и неожиданно. Карманы. И вы тоже. Я?
У меня карманов нет. Сами забирать будете или охрану вызвать? Штраф. Штраф ей? Нет, нет, не ей, вам. Мне? Снежная королева оштрафована за то, что у нее ледяное сердце. Нет, пожалуйста, только не искусство, только не искусство. Успокойся, Стась. Искусство. Это Анжела Никитична, царствие небесное, собирала. Любила красоту. Ты совсем с ума сошла? Ты что, ты привезла нас к упырю? Успокойся, Стасик. Стасик, мальчик мой, из тех, кто знал меня как упыря, в живых осталось только 3 человека. Не хотелось бы внезапно потерять кого-нибудь из вас. Друзья мои, проходите, располагайтесь. Для вас приготовлены гостевые комнаты. Лидочка. Боря. Прошу. Коль, здесь как во дворце или музее каком-то. Похоже, хозяин этого музея сам тот еще экспонат. Как живая. Привет. Привет. Лариса. Николай. Герда. Да. А ты ничего, Николай. Вы тоже. А наши родители же знакомы давно, да? Угу. Откуда? Твоя мама со Стасом у моего папы деньги украла. Да. Может, хватит, а? Лариса. Угощайтесь, друзья мои. Прямо сверлит взглядом. Всю щеку уже прожгла. А где Герда? А, секретарь? Я ее отправила обедать с другой прислугой. Николя, можно я буду вас звать Николя? Конечно, можно. Но лучше просто Николай. Папа учил слушать старших. Друзья мои, давайте выпьем за встречу. Стасик, твой любимый, если мне не изменяет память. Я уже 20 лет не употребляю. А водички можно? Здоровьем занялся. Полезно. Леху почтальона, помните? Это который чемпионом Европы по боксу стал? Он-то здесь при чем? Тоже не употреблял. Здоровым и помер. Лидочка, ты-то не поддалась этой истерии? Здоровый образ жизни и система раздельного питания. Ну что ты, в каждой системе есть место исключения. Одно из них и ты, Борюсик. Выпьем за нашу исключительность, Лидочка. Станислав Сергеевич, я хотел вас кое о чем попросить. Проси, проси, пока я жив. Понимаете, я Герду очень люблю. Я жениться на ней хочу. Понимаю. Просто только вы можете мне помочь. Не понимаю. Поговорите с мамой. Боюсь, она нам жизни не даст с Гердой. Не, я в ваши дела не полезу. Ну, пожалуйста. Только вы можете помочь нам, она только вас слушает. Ты думаешь, она меня слушает? Прости, Коля, не могу. Я один раз ее уже подвел. Второй раз рисковать нашей дружбой не буду. Николя, а помоги мне, пожалуйста, нарядить елку. А что такое? Прислуга не может помочь? Ну, что ты? Какая прислуга? Это же елка, Новый год. Я ее всегда сама наряжаю. Сама? Так а я-то чем могу помочь? А может быть, я ее сама наряжаю, потому что мне было не с кем ее наряжать. Ну, по-моему, да. Иди, иди. Не напрягай атмосферу. Не могу, меня Герда ждет. Мы так все тут по тонкому льду ходим. А эти деньги нужны.
Я не могу, меня ждет Герда. Герда полчаса подождет. Наталья! Папа! Видел я безбашенных теток, Лида, но тебе равных нет. Ты вообще берега попутала. Это комплимент? Да как сказать. То есть тебе мало тихой радости, что вы тогда со Стасиком живы остались. Тебе пришло в голову возобновить со мной денежные отношения. Это уже не комплимент, Лида, а диагноз. Тебе бы к специалисту обратиться. Уже обратилась. Да. И что говорит? Говорит, бархат. Чё? Говорит, чтобы я не хоронила свои чувства. А, дельный совет. Я им воспользуюсь. И если начнутся какие-то косяки... Не, не так. Если я почувствую, что опять начнутся какие-то косяки... Я вас со Стасиком похороню. А, компренда? Си, сеньор. Дрянь. Это вы мне? Ей. Столько лет не пил. А что случилось с Анжелой? С хозяйкой? Говорят, на машине разбилась. Давно. Лет 20 назад я еще не работала. Говорил я тебе, выучи правила. Научись водить. Сдай на права нормально. А вы знакомы... Или с Анжелой Никитишной? К несчастью, да. Я вот забыл, ты всегда такая наглая была? Или с годами обнаглела? А давно ты, Борюсик, чувство собственного достоинства с наглостью путаешь? Может, это возрастное? Хм. Как сейчас помню. Молодая и гордая швея... из Усть-Потеряйска на карте. Из Рязани. У вас в Рязани даже грибы с глазами. Да, их едят, а они глядят. Мороженым сладка торговала. С чего начинал-то, а? А сейчас владелица холдинга. Какая карьера? Кстати, а Стасик какой был? Молодой, красивый. И еще пьющий. Даром, что студент литературного был. Архитектурного. Ну, я и говорю, литературного. Как только со своими на рынке появлялся, торгаши уже сразу доли отлистывали. Умел с людьми ладить. На моей памяти даже не бил никого. Неудивительно, что вы такие деловые быстро снюхались. К сожалению, это была настоящая любовь. А не деловой расчет. К деньгам моим любовь. Я вот только не понимаю, зачем меня грабить нужно было? Перестань, Борюсик. Я отдала тебе сумму в 3 раза большую. Деньги – пыль. Деньги – ничто. Репутация. Я же против всех понятий пошел. Живых вас оставил. Анжелка, царство небесное, за вас просила. Нравилась ты ей, безбашенная. Ну и Стасика заодно пожалела. Добрая была. Николя, куда мы повесим этот шарик? Сюда или сюда? Да главное, чтобы тебе нравилось. Mm-hmm. Правильный ответ. Поностальгировали и будет. 21 век на дворе. Наше счастье, что все живы.
И я думаю, достаточно помудрев, ты согласишься инвестировать в мой завод. У тебя и так дела идут хорошо, насколько я знаю. Зачем тебе эти проблемы? Стас то же самое говорит. А я думаю, если бизнес не развивается, то он что? Умирает. Убедительно. Только у меня одно условие есть. Не совсем коммерческое. А давай мы наших детей поженим. Все расходы я беру на себя, можешь не сомневаться. Так и я свои деньги подстрахую. И ты свой бизнес обеспечишь вливаниями. А главное, Лариске замуж давно пора. Совсем от рук отбилась, вся в мать. Ну так как? Согласна насчет детей-то? Согласна. Давай сюда свои бумажки. Посмотрю, в какой блудняк вы меня вписать хотите. Хотите, Борюся. А, вот ты где. Свободно. Пардон? Пошла вон. Стасик, а почему ты пьешь, если ты не пьешь? А, заныли старые раны. Зато ты у нас цветешь. Упырь денег дал? Пока не дал, но предложение сделал. Надеюсь, деловое? Деловое, но начал с брачного. Мне кажется, или ты плачешь? А как же, Лидочка, мне не плакать? Что я за 25 лет твоего прощения не заслужил, а за упыря ты так просто берешь вдруг и выходишь замуж. Я? За упыря? Да, ты за упыря. А, да, я за упыря. Что-то не так? Все так. Только деньги надо было вперед брать. Кто бы говорил, твой внезапный роман с Анжелой, твой побег на острова лишают тебя права внезапно прорезавшегося голоса. Лида! Ты там, под пальмами и под южным солнцем, добился ты того, что женился на папуаске. И что ты мне тогда сказал? Как тебе было скучно. Пока ты там скучал, я 25 часов в сутки вкалывала, чтобы отдать упырю наши с тобой долги. Это несправедливо, Лида! Ты что, хотела, чтобы я остался и расплатился жизнью? Да, пришлось скрываться пару лет. Да, там было жарко и скучно. Да, пил. А что еще делать? Ну да, женился, но я же развелся! Это в корне все меня. А ты, между прочим, тоже нашла окошко в своем плотном рабочем графике, чтобы взять и родить ребенка внезапно. Какая красота! Коля? Ну, вечно ты не вовремя. По-моему, очень вовремя. Герда, я... Что, Герда? Целуй невесту, твоя мама уже обо всем договорилась. Вы женитесь. Чего? Вот папа всегда умел предугадывать мои желания. Как это жениться? Я тебя люблю, мы с тобой заявление в ЗАГС отнесли. Ой, ну к чему все эти формальности? Любовь. Разве это штамп в паспорте? Ну, будешь встречаться с Гердой в свободное время, если захочешь. Что за бред? Это просто разумно. А вот бред... Это жениться на секретарше. Ты сумасшедшая? Я современная. Я пойду с матерью поговорю, она, по-моему, заигралась немножко. А ты? Я на тебе никогда не женюсь, ясно? Иди жалуйся отцу. Вызов. Люблю вызовы. Папа!
Герда – мое будущее. И ни ты, ни Лариса нам не помешаете. Неужели тебе так не нравится Лариса? Да я ее боюсь. Я боюсь с ней оставаться наедине. Это ты еще ее мать не знал. Да я, походу, и свою мать не знал. Да какая разница вообще? Я люблю Герду, ты понимаешь? Коленька, ну ты же умный мальчик. Подумай. Подумай, какие перспективы открывает нам этот брак. Слияние компаний, расширение бизнеса. Ну так сливайтесь, расширяйтесь, женитесь, развивайтесь, делайте, что хотите. Нас с Гердой оставьте в покое. А сейчас я забираю Герду, и мы едем кататься на лыжах вместе. Она любит кататься на лыжах? Прекрасно. Открою на Камчатке филиал. Пусть там на лыжах на работу ходит. Она уволится. Если уволится, представлю ее растратчицей и воровкой. Ты не посмеешь. Итак, Николай, ты согласен выполнить наши с Борисом Львовичем договоренности? Разобрался? Герочка, ты же ее знаешь. Мы с тобой придумаем что-нибудь. А это будет до, после или во время вашей свадьбы с Ларисой? Кстати, она все замечательно придумала. Мы можем с тобой видеться в свободное от нее время. Герда, что, Муму, Коля? Продали тебя, как бычка на ярмарке. А маме своей передай. Я увольняюсь. До свидания. А характер боевой. Я раньше не замечала. Приказываю пускать не его. Я не по приказу. Откройте мне, пожалуйста, ворота. Не могу. Извини, служба. Ну, по случаю нашей неожиданной радости, давайте выпьем шампанского. А что это, жених мрачноватый какой-то? Можете водочки жахнуть? А это он, папочка, просто не может привыкнуть к своему счастью. Чтобы осмыслить такие перемены в жизни, нужно время. Это правильно. Он молодой, времени у него полно. За молодых. А где Герда? А я ее отпустила. У нас ведь все-таки семейный праздник. Что тут делать посторонним? Знаешь что, мама? Раньше я думал, ты слишком увлечена работой, поэтому так себя ведешь. А сейчас я понял, что ты... У тебя нет сердца. И никогда его не было. Николай! Ладно. Пойду жениха успокою. Что-то он у вас какой-то нервный. Пойду прогуляюсь. Ответь мне, ты с ума сошла? А ты напился. Да? А если бы я знал, что мне придется присутствовать при этом позоре, я бы вообще не трезвел. Удобная позиция. Молчи! Объясни мне, как та добрая, милая, веселая девушка, которую я знал, могла превратиться в этого монстра. Я не обязана это выслушивать. Нет, ответь! Когда ты успела так измениться, ты принесла в жертву собственного сына. Ты же ненавидела свой лоток с мороженым. Ты всегда хотела шить. Я хотел быть архитектором. Ты это помнишь хотя бы? Мы сами так решили. Сами? А у Коли с Гердой любовь, но они не будут вместе, потому что вы с Упырем сами так решили. Успокойся, Стасик. Ради чего? Заводов-пароходов? Зачем они тебе? Ты как акула, которая, если остановится, то умрет, пожирая все новую и новую добычу. Ты же до сих пор
Рисуешь эскизы. Меня это успокаивает. А что тебя так нервирует, если тебе постоянно надо успокаиваться? А я скажу тебе, деньги мы потратили на них лучшие годы нашей жизни. Они сделали тебя счастливой. Ты можешь ими заткнуть дыру в своей душе? Дыру в моей душе 25 лет назад прожег ты! Не надо меня учить, как думать, чувствовать и заботиться о сыне. У мальчика любовь. У нас с тобой тоже была любовь. Но это не помешало тебе крутить любовь еще и с Анжелой. А если тебе не нравится, как я веду бизнес, то, как всегда, можешь уйти. Ты это делал уже не раз. Стоять! Есть преступление, Стасик, которое не имеет срока давности. Поэтому я тебя сейчас убивать буду. Да ладно вам, Борис Львович-то. Уже 25 лет прошло. Успокойся, Стасик. Это уже не Борис Львович. Это уже упырь, бежим! Глупость, это же самоубийство. Лида, я... Ладно, ты меня предал. Ладно, ты мне изменил. Но с кем? Ты же знал, чем это грозит. И все-таки ты сделал это. А теперь нас расстреляют. Да. Послушай, как ты мог вести бизнес при такой дальновидности? И как я могла все эти годы любить такого идиота, как ты? Никто не найдет. Я злой и страшный серволк. Я в Николае знаю толк. У нас ничего с тобой не получится. Почему? Ну, потому что я люблю Герду. И что? Блин, ну ты же девочка, я ж не могу тебя взять и просто так вырубить. Зато я могу. Герда? Ну что, Коля, хорошо тебе здесь сидится? Лариса, милый мальчик! Может, ей скорую вызвать? А может, она так полежит? Это Костя, она что-то ест, ничего с ней не будет. Да что здесь происходит? Сейчас упырь охотится за твоей мамой и Станиславом Сергеевичем, пока ты тут развлекаешься. С ружьем, между прочим. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту. Тихо! Папа! Посидите-ка тут тихонечко, тут хорошо. Я во время его налетов люблю себя побаловать. Но потом мало что помнит. Часто эти налеты бывают? Редко. Не то, что раньше. Да вы не волнуйтесь так. Он постреляет немного и успокоится. Фу, значит, он никого не убьет. Почему же не убьет? Обязательно убьет. Вот, угощайтесь. Потом все снова наладится. Что? Любила? Все эти годы такого идиота, как я? А? Хочет меня трясти уже голова кругом. У меня стресс. Что только не скажешь в минуту стресса. Ну, пусть твой стресс еще раз повторит то, что сказал мне только что.
Я вас не очень отвлекаю, а? Лида, наверное, это самое не вовремя из всех возможных не вовремя, но я тебя всегда любил. Люблю и буду любить. Прости меня. И ты меня? Скажи, Стас, а мою жену ты тоже любил? Оставьте их в покое. Грёт упорвал. Лида! Рыб в заливе кормить будешь! Лида! Слышишь меня, Стасик? Ты знаешь, с кем ты связался. Я тебя в бетон закатаю. Я тебя в заливе... Ты взяла с меня обещание никогда не поднимать эту тему. Успокойся, Стасик. Я 20 лет молчал. А теперь скажу. Послушай. Это история с кражей денег. Моего романа с Анжелой. У вас был роман с Анжелой? Не было никакого романа. Не то, что там совсем не было. Это Анжела убедила меня украсть деньги, когда упырь отказался дать в долг. Анжела могла быть очень убедительной при желании. И она же сказала мне код сейфа. А потом сдала нас упырю. И зачем? Когда этот устроил на нас охоту, Анжела поставила мне условие. Пообещала, если я с ней пересплю, то она оставит... Уговорит упыря оставить тебя в живых. Это было единственный раз, я клянусь. Я должна тебе верить, что я застала этот единственный раз. Да. Думаю, это она тоже подстроила. А потом мне пришлось скрыться, потому что насчет моей жизни никто никаких гарантий не давал. Лида. И это все она сделала для того, чтобы затащить тебя в постель? Большие же надежды она на тебя возлагала. Ну, кроме меня, она получила свою долю украденных денег, разлучила нас с тобой, заставила меня скрываться, а тебя увеличивать их с упырем. Семейный доход в троекратном размере, выплачивая наш долг. Лида. Стасик, успокойся. Коля. Точно. Моя Анжелка. Ее почерк. Вертела людьми, как наперстками. Как будто жила сегодня с нами. Хорошо, Стасик, что я тебя не шмальнул сегодня, а? Насмешил меня, порадовал. Господа, где здесь травмированная? Так я еще никого не успел. Что у вас здесь происходит? Господа, у вас давайте... есть пострадавшие? Опа, неожиданно. Ну, полиция всегда появляется неожиданно. Господа, где здесь травмированная, простите? Анфиса, Лариса. Лариса. Это... Хорошо, Лариса. Опять а что с дочерью? Что с дочерью? Прошу, аккуратно. Осторожно. Вот так. Ну, кажется, я это уже... Вы мне мешаете оказывать это первую... Это вы не мешайте, пожалуйста, я при исполнении нахожусь. При исполнении находитесь, ну и находитесь. Я прошу вас, я... Подождите, так, я... Мне кажется, что вы мешаете оказывать первую медицинскую помощь. И не кому-нибудь, вот. А мне. Вы проблем хотите? А я вас запомню. Посмотрим. Девочка моя, тебе больно? Откуда же больно? Это же кость, как у вас, это... Пап, мне кажется, я не хочу больше замуж. А может, я буду бизнесвумен? Лидия Павловна, давайте вернемся с вами к нашим переговорам. Я подумал, а не купить ли мне ваш холдинг? Девочке нужно же с чего-то начинать свой бизнес. Правильно. Стасик, что скажешь? Ну, теперь-то, я думаю, все будет хорошо. Ну, не вам это решать. Почему это не мне? Может, как раз именно мне. О, боже. Боже. Ну? Что? Поехали. Куда? Ну, хотя бы туда, где кофе наливают.
Я думаю, то, что мы с вами встретились, это вмешательство высших сил. Ну-ну-ну-ну. Не вмешивать сюда высшие силы. Их не существует же. Вы еще скажете, что и в судьбу вы не верите. Ну, если это судьба, значит, мы еще встретимся. Езжайте, езжайте. Спасайте другие души. Значит, так, Борис Львович. Холдинг я вам продам. Мы со Стасиком передумали расширяться. Вот и славно. Ларочка, детка, ты готова принимать дела? Папа, неужели у меня будет свое собственное мороженое? Надеюсь, дети, вы не поженитесь втайне от меня. Все-таки мне хотелось бы присутствовать на свадьбе единственного сына. Мы подумаем. Сюда. Ты где мы? Ничего не понимаю. Это мой офис? Да нет. По-моему. Это не мой офис. Минутку внимания. Спасибо. Я хочу поднять тост за своих родителей. Уже четверть века они не только живут в счастливом браке, ну и занимаются своим любимым делом. Моя мамочка, она уже открыла третий магазин «Надежды», наконец-таки. Папа – замечательный дизайнер интерьеров. Конечно же, помог нам с оформлением. И я очень хочу, чтобы их надежды оправдались и добиться не меньшего успеха. Кстати, по поводу ожиданий, мам. Я помню, ты как-то говорила, что подумываешь о внуках. Я? Господи, я такое говорила? Так вот, мы, я и Герда, хотим пожениться. Хоть что-то не изменилось. Мама, папа, за вас! Стасик, ты что-нибудь понимаешь? Я ничего не понимаю. Лид, ты мне одно скажи. Колька мой сын? Да? 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 Я это сразу не понял. Лида, прости. Это же я тебе подарил. Это мой талисман. Я с ним не расстаюсь. Лида. Стасик. Лида. Стасик. Лида. Стасик. А как мы теперь будем ладить с Гердой? Как-как? Стану ей вредной свекровью. Гердой. Имя-то какое красивое. Герда. Стасик. Стасик. Что, меня преследуете? Ну что вы. Преследовать – это ваша история. Я спасаю. Ерунду не говорите. Я не преследую. А что вы делаете здесь? Подглядываете?
Может, вам лучше сходить на свидание? С вами, что ли? Почему нет? Я некрасив быть, может быть, снаружи, зато помните, как у поэта? Помню. Репей колючий привязался, и всюду гонится за мной. Он, походу, оказался твоей судьбой. За последние дни магазин и города подверглись серии дерзких ограблений. Двое грабителей, одетые в костюмы Санта-Клауса и Алине Рудольфу, цинично пользуются предновогодней суматохой. Проникая в магазины, они угрожают персоналу оружием и изымают наличные деньги. Мы просим граждан проявить бдительность. Походу, это моя новая работа. Если вы владеете какой-либо информацией об этих людях, мы просим вас сообщить в полицию. Блин, я еще первой должна звонить. Такое самомнение. Хотя при таких данных...